Всем привет! Вы на канале «Ушел по делам». Вот сегодня выбрался в парк покататься на лыжах. Смотрите, вот, ребят, мои лыжи. И не только. Также взял с собой две куриные голени, на всякий случай, если вдруг получится встретить кого-нибудь из лесят. Вы знаете, последний раз за 4, когда я приходил сюда, либо приезжал, лисят не удавалось встретить. Если честно, переживаю за них. Ну, не знаю, посмотрим, может, получится кого-нибудь сегодня встретить и покормить. Вот, ребят, остановился возле такой кареты. Здесь четверочка такая бежит. Сейчас я, ребят, здесь лыжи одеваю. И стартуем. Всем привет, ребят! Ну что, ребят, вот я доехал до места встречи, где всегда встречаюсь с лисятами. Поставил уже лыжи. Вот, ребят, лыжи мои отдыхают. Что у нас по снегу? Смотрите, плацдарм чистенький. Но вы знаете, очень много следов появилось. Видно, что кто-то приходил из лисят. Последний раз я оставлял на пенечке гостинчик им. Вот. Видно по следам, что кто-то приходил. Вот видите, ребят, тоже следы. Давайте посмотрим, что там, как дела на пенечке. Да, ребят, смотрите, пенечек, как всегда, обычно они пометили. Вот, ничего нету. Кто-то приходил, кушал. Следов, видите, очень много вот здесь натоптано. Да, ребят, следов хватает здесь. Следов много. Ну что, ребят, сейчас немножко здесь постою, сколько смогу, потому что, ну, мне пока жарко, я сюда бежал хорошо на лыжах, вот. Ну, сегодня, вообще сейчас еще очень холодно, вот, минус где-то 15. Сейчас курточку накину, попробую дождаться лисят. Ну что, ребят, я уже в лесу нахожусь около 2 часов. Я съездил в другую сторону леса, побежал на лыжах там около 5 километров. И вот, ребят, приехал обратно сюда же, на свое место, где обычно здесь чичи был, вот. И вы знаете, ребята, вот сколько я езжу на лыжах, ни одной лисы я вообще не видел в лесу. Я там, когда бежал 5 километров, все время кричал, звал их. Чичи, малыша, Шурика. Но, ребят, никого вообще не было. Все, ребята, я устал, поеду домой. Вот, ребята, оставляю куриную ножку лисятам на пенечке. Поехал я домой, замерз, караул здесь на лыжах. Всем пока.